Всем привет! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru. Меня зовут Сергей, и сегодня у нас обзор и установка палатки от фирмы Normal, модель Эльбрус 2 Сипоу. Чехол палатки выполнен из ткани Ripstop. Сейчас будем смотреть, что внутри, и начнем сборку. Так, внутри у нас есть паспорт на изделие, также небольшая инструкция по установке. Полочки с оттяжками. Колышки у нас алюминиевые, выглядят они вот так. Оттяжечки. И также есть специальная шинка для того, чтобы отремонтировать дугу в случае поломки во время похода. Палатка двухслойная. Сначала здесь ставится внутренняя палатка, а сверху уже накидывается ткань. Это дуги. Дуги алюминиевые. Вся фурнитура у палатки фирмы Normal, он выполнена из металла, из алюминия. Раскладываем внутреннюю палаточку. И будем собирать дуги. Здесь все дуги соединены в одну, что, в принципе, облегчает сборку палатки. Закрепляем сначала с одной стороны. Внутренняя палатка у нас также выполнена из ткани Ripstop. На внутренней палаточке у нас есть
вентиляционные окна с одной стороны. И точно такое же окошечко мы можем наблюдать с другой стороны. Палатка у нас имеет два входа. Один. И второй вход. Оба входа дублируются москитными сетками. Здесь у нас есть фиксатор для того, чтобы можно было зафиксировать дверь, чтобы она не мешалась. И посмотрим, что у нас есть. Так. У нас есть полка. Она уже сразу пристегнута к палатке. И есть кармашки по бокам. Палатка выпускается в двух цветах, в желтом и с желтым и с зеленым цветом. Перед тем, как натягивать тент, нужно ослабить фурнитуру на всех стропах, чтобы потом можно было равномерно растянуть тент. Крепится все очень просто. Берем и надеваем на стоечку палатки. И так со всех сторон, с четырех. Так вот у нас палаточка уже стоит. Соответственно, палатка имеет два входа с двумя тамбурами. Тамбура достаточно большие здесь. Сейчас посмотрим, сколько у нас сантиметров сейчас. Так. Здесь еще есть фиксаторы на самом тенте. Они вот одеваются на дугу, которая третья идет на тамбур. Также у них есть регулировка по натяжению. С одной и с другой стороны я там проделал. Так.
такая вот палаточка у нас получается. Палатка очень легкая, все характеристики можно будет посмотреть, пройдя по ссылочке, которая будет ниже под палаткой. Соответственно, здесь есть крепление для штурмовых оттяжечек. Крепление для колев. И также есть фиксатор для того, чтобы можно было смотать кусок тамбура, если он не нужен. Два коврика по 60 сантиметров сюда точно влезут. Вот, вот такая вот палаточка от фирмы Normal. Все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Палаточку можно приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылка также будет в описании. Пока.